Житель Агрыза Радик Ибрашев нарисовал граффити певца Юрия Шатунова. Он его срисовал с реального фото певца. Портрет нарисован на стене рядом со стадионом «Локомотив». Там также есть портреты Цоя, Высоцкого в исполнении этого жителя Ибрашева. Это в Татарстане. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.